что Андрея Миронова мы вот сейчас с вами будем открывать, будем говорить об этой выставке, послушаем самого автора. Но я думаю, все те, кто сегодня здесь собрались, все знакомы и, или лично с Андреем Мироновым, или с его творчеством, потому что действительно очень плодотворно работает художник. И я должна сказать, что сегодняшняя выставка, которую мы открываем, это персональная выставка, 10-я по счету. То есть сегодня мы отмечаем такой своеобразный юбилей. Наверное, у вас и появились вопросы к автору, поскольку каждый из вас, придя сюда в музей, уже прошли по выставочным залам, познакомились с работами. Но те, кто внимательно следит за творчеством художника, те, наверное, действительно обнаружили, что много новых работ, по поводу которых возникли вопросы, на которые вы сейчас, что называется, с первых рук получите ответы. Действительно, сегодня пришли те люди, которые хотят вас поздравить, хотят сказать добрые слова, но прежде чем вы будете получать поздравления и слушать эти добрые слова, наверное, все-таки вот вам первое слово, Андрей, и расскажите нам, с каким чувством вы пришли вот к этой своей юбилейной выставке. Как она у вас компоновалась, и тема очень интересная, и ваши комментарии к работам очень интересные. Поэтому я думаю, что у нас будет возможность с вами вместе пройти, вы прокомментируете работы, прокомментируете те сюжеты, которые вот вас так заинтересовали и стали предметом вашего творчества. Во-первых, всем спасибо, конечно, что поставили два насущные, пришли на это мероприятие. Очень много людей. Вот. Спасибо, конечно, администрации за прекрасную возможность выставить еще раз в этих стенах. Я думаю, это одна из лучших площадок выставочных дизайнеров. Вот. Ну, как уже сказано, выставка юбилейная, 10-я. Поэтому я пытался на этой позиции представить не только новые работы, но и сделать такой небольшой экскурс по предыдущим годам, начиная с 2007 года, и специально все картины. Значит, ну, кроме 2009-го, там просто ряд картин мне не принадлежит. Часть картин просто я очень часто выставлял. Вот. Так в целом, так обзорный выставка получился. 17 картин выставляется впервые. То есть вы первых то есть увидите натурально. В лучшем случае, может быть, увидеть электронные виды где-то. На самом деле, может даже их больше. Картина, которую раньше не видели, потому что другая часть картины выставлялась, но не в Рязани. Дело в том, что с момента последней моей выставки в Рязани я провел еще две, в Полонске, Захарове. Вот. Ну, по тематике тоже старался представить максимум жанров. Это здесь и картина. Жанровая картина, натюрморт, портрет, даже пейзаж, что, собственно, в общем-то, мне не свойственно, пейзаж пишу мало. Но все-таки основной костяк с позиции составил библейская тематика традиционно. День седьмой, то есть днем седьмым обычно называют в церкви, принято называть День человеческой истории. Это время от творения мира, когда Бог это оставил. Человек верил в созданный им мир и предоставил ему творить свою историю. За это время человеку много было чего сделано, и хорошего, и плохого. Вот в какой-то мере отчасти я то, что он сотворил, я отобразил на своих картинах. Ну и также можно будет приобрести книгу Андрей Миронов «Живописи и литературное творчество». Плюс диск бесплатно. Вот, кстати говоря, там много нового есть. Не только картины и видео, а и литературное творчество. Ну, примерно объем сочинений увеличился по сравнению с тем, что книги раза в два. Рекомендую тоже приобрести этот диск. Кое-что я даже присмотрел самой книги, дополнил. Ну, наверное, все. Так, ну я думаю, что у кого, если появятся какие-то вопросы, то вы, конечно, непременно их можете задать автору. Размышляю,
мы придем, пейзаж там тюник поставил, пять раз намазан красиво. Он сидит размышляет. И вот они размышления на полотнах, вы видите? Что портрет берет, что жанровую картину после из жизни, не нашей реальной жизни, да, а из жизни, так сказать, божественной. Но она смысленна, каждое лицо, каждая фигура, каждый пальчик, каждое движение. Философ ты, Андрей. А ты думал, что ты только художник? Стихи и философию идет дальше. Так что на первом месте все-таки философ, потом художник, а уж потом сотрудник. Я тоже бывший сотрудник полковника. Все, мне уже дочь полковника полиции в Москве, в университете. Вот. Так что от клуба художников освободительных мы тебя тоже приветствуем, чтобы ты продолжал свое творчество развивать. Не надо искать никаких новых путей. Мне кажется, путь твой найден. Найден уже путь. Это большой путь, где не какие-то там картиночки сделаны, а большие, осмысленные произведения искусства, самые настоящие. Перед каждой картиной стоишь и задумываешься в ее смысле. И в жизненном, и в религиозном, и в каком хотите плане. Так что поздравляем. Удачи. Ну и мы, наша организация, да? Мы только вот ограничили. Мне просили тепло. Вот. И в нашей организации был еще Оскарин, художник, может, ты его знаешь. Он выпустил альбом. Переключиться с художников-любителей на художников-профессионалов, потому что одно дело, когда действительно мы восхищаемся необыкновенной работоспособностью, необыкновенной философичностью работ Андрея Миронова, и действительно задаешься вопросом, как вообще можно совместить вот основную службу, и это уже не хобби, конечно, то, что мы с вами видим, результат вот этой напряженной творческой деятельности, но всегда возникает вопрос, и вот этот бесконечный спор между художниками-профессионалами, между художниками-любителями, наверное, где-то эта грань стирается. Ну и вот свою точку зрения по этому поводу сейчас выскажет профессиональный художник Владимир. Она уже пришла.